малыш, прости, это я запер тебя здесь. Лэмп заставляет меня плясать под свою дудку. Не могу остановиться. Ты должен прийти сюда и вырубить меня. Жаль, что по-другому не получится, но я лучше умру человеком, чем буду вот так жить. Он прав, отец. Мама рассчитывает, что ты здесь погибнешь, или что я оставлю тебя прежде, чем взорвутся бомбы. Больше ничего не остается. Нам нужен этот ключ. Чтобы бежать, мы должны одолеть Синклера. Найди код к башне охраны или придумай способ, чтобы выманить его оттуда. Ух ты! В башню охраны, оказывается, ведет туннель эксплуатационной службы. И один из моих гостей собирался им воспользоваться. Звучит многообещающе. Взгляни-ка. Отлично. В следующий раз, когда я буду строить тюрьму, напомни мне, чтобы я насовал мин в стены. Синклер уходит, отец. Проследи за ним. Нам нужен этот ключ. Позволь мне умереть свободным человеком. Прощай, малыш. И спасибо тебе. Отец, снятие строк...